Вітаю у студії інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію. Тож просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні в нас в студії Ібрагім Абдалла, нейрохірург. Аби нашому гостю було комфортно, зручно, він іноземець, я перейду на російську мову. Добрий день. Добрый день. Рада вас очень видеть. Я знаю, что хирургом вы мечтали стать с детства. И насколько у нас в стране принято, хирург – это такой взрослый мужчина, ближе к дедушке. Вам всего лишь 35 лет. И расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы и почему своим местом обучения, жизни и работы выбрали именно Украину? Я сам родом из Иордании. 16 лет назад я приехал в Украину на обучение в городе Донецк, в Национальный медицинский университет имени Горького. В то времена Донецкий национальный медицинский университет занял высокий рейтинг по мировым стандартам, имел высококвалифицированных преподавателей. На базе этого университета была мощная клиническая база, это больница Калинина, и которая дала студентам не только теоретические знания, а прекрасную практику. И я горжусь, что я выпускник этого вуза. Прекрасно. Расскажите, вы же уже знаете, что такое война. 8 лет назад вы тоже вынуждены были переезжать. Почему выбрали местом своей работы именно город Кропивницкий? Да, действительно, в 2014 году действительно война нас застала. И Донецкий национальный медицинский университет был перемещен в разных городах. Мариуполь, Краматорск и Кропивницкий. И вот прошло 8 лет, нам пришло переехать из города Краматорска, из Лимана, с Донецкой области в город Кропивницкий. Сейчас вы работаете, практикуете в клинике Ацинус. Как вам работается в этом месте? Подходят ли вам их условия и хватает ли вам оборудования для того, чтобы работать? Действительно, нам очень комфортно работать в клинике Ацинус. Эта клиника создана под американским стандартом. Имеют очень много высокоспециализированных специалистов, современное оборудование, которое нам отдает комфортно работать и развиваться. Мы уже снимали про вас сюжет, мы с вами уже знакомы. Нам стало понятно, что таких специалистов, как вы, в Украине очень мало, их единицы. И мы даже присутствовали на вашей первой операции, которую вы проводили в Кропивницком. И ну, с точки зрения нас, как журналистов, нам было непонятно, естественно, что вы делаете. Выглядит это так, вы стоите над пациентом и просто вот с каким-то препаратом что-то делаете. Ну, мы визуально ничего не видим. Как мы поняли, что вы представляете интерес для коллектива? Несколько хирургов во время вашей операции заходили подсмотреть, что же вы там делаете. Расскажите, пожалуйста, что за методы вы используете и что за операции вы делаете, насколько это уникальные операции? Я как нейрохирург выполняю все виды нейрохирургических вмешательств. Но моя специализация – это малоинвазивная хирургия позвоночника. Это эндоскопическое удаление грыжи диска, это черезкожная трансперикулярная фиксация позвоночника, это вертепропластика, пункционная вертепропластика. И то, что вы видели, это один из видов удаления грыжи диска эндоскопически. Потому что у нас есть и трансформинальным доступом, интерламинарный доступ. А то, что вы видели, это унилатеральная бибортальная эндоскопия. Это совершенно новая методика, которая она сейчас только в Южной Корее, и недавно мы начали ее делать в Украину, буквально 2 года назад. Скажите, пожалуйста, в чем
пациент видит отличие, может быть, в самочувствии или в качестве этой операции? В чем плюсы вот этой малоинвазивной операции? Малоинвазивная хирургия позвоночника – это относится к хирургии одного дня. Это пациент госпитализируется, в тот же день мы проводим специальные анализы, подготавливаем пациенту к операционному столу, сделаем минимальный разрез до 1 сантиметра. Это минимальные кровопотери, минимальный риск на инфекции, минимальный срок нахождения в клинике и минимальная реабилитация. И пациент буквально через час после операции может вставать на свои ноги, принять душ, посетить туалет и даже сидеть за рулем и ехать домой. Угу. Спасибо большое. Наверняка такому специалисту, как вы, в войну предлагали работать и за границей. Почему вы остаетесь работать в Украине? Да, действительно, во время войны очень много предложений были в разных странах. Но я вспоминаю, когда я был молодой иностранный студент и нуждался в помощи Украины, и Украина мне дала прекрасное образование, дала мне семью, дала мне работу и возможность развиваться, и сделала с меня хорошим специалистом, и дала мне гражданство. И сейчас, в такой момент, когда моя страна нуждается в моей помощи, хотите, чтобы я его бросал? Себе Таня не думает. Спасибо вам за это большое. Также нам стало известно, что вы планируете открывать, создавать инсультный центр на базе клиники Святого Луки. Расскажите, пожалуйста, почему есть такая потребность в создании подобного центра и что это будет за пространство, что это будет за место? Действительно, мы долго думали о пакете инсульт. Инсультный пакет здесь, в городе Кропивницке. Вы же знаете, что по статистике в городе Кропивницке и Кировоградской области практически 10-20 случаев в сутки. И таких пациентов, и именно инсультные пациенты, это мультидисциплинарные проблемные пациенты, как говорят. Им нужен специальный уход. И им нужно не только нейрохирургические специалисты, да? Им нужны другие врачи, которые они будут с ним заниматься. И мы когда посмотрели на базу Атинус, на их возможности, и мы решили открывать такой центр. Потому что с момента случая инсульта до проявление пациент в клинике, есть как называемое терапевтическое окно. Это не больше 4 часа. И для того, чтобы уменьшить это время, мы подготавливали и был вообще приготовлен удобный маршрут пациента. С того времени, как бригада скорой помощи забирает пациента, они позвонят в клинику, инсультная бригада полностью ждет этого пациента. Эта бригада состоит из нейрохирург, анестезиолог, невролог, радиолог, операционная медсестра и младший медперсонал. И как сразу попадает к нам этого пациента, мы сразу начинаем сделать правильное исследование. Это КТ, МРТ, или мы можем проводить его на ангиограф. Uh-huh. Что такое ангиограф? Это диагностическое лечебное оборудование, с которым дает нам точность о состоянии сосудов головного мозга. Вы же знаете, что инсульт – это бывает ишемический инсульт и геморрагический инсульт. Если у пациента ишемического инсульта, то тогда мы будем работать по протоколу ишемического инсульта. Если у человека
геморрагический инсульт, тогда нужно ему оперативное вмешательство. При ишемического инсульта тоже нуждается, как говорят, эндоваскулярная помощь. Да? У нас есть высокоспециализированных врачи, которые умеют этого делать, которые они готовы быстро оказать помощь этому пациенту. И когда мы посмотрели на вся вот этот комплекс лечения и что мы можем отдавать этого пациента для того, чтобы он, как минимум, мы спасали его жизни и указать ему нормальную, достойную помощь. И тогда мы решили открывать этого центра. Спасибо вам большое и за вашу работу, и за эти новые начинания, которые вы здесь проводите. И, конечно, безусловно, благодарим вас и за вашу позицию, что вы остаетесь в Украине и помогаете пациентам, которые болеют здесь. Дякую вам, наші дорогі глядачі. Давайте наближати нашу спільну перемогу разом.